На отборочном этапе были сформированы сборные команды, которые и представили свою школу на районном уровне. В соревнованиях, организованных районным отделом образования и детско-юношеской спортивной школы, принимали участие 15 команд юношей и 12 команд девушек. Финальные соревнования состоялись в школе села Куяново. Что касается развития баскетбола в районе, нужно отметить, что баскетбол получил широкое распространение. Федерация баскетбола выделяет мячи, спортивную форму, наградную атрибутику. Это явилось стимулом для занятия этим видом спорта в школах. Если раньше баскетбол культивировался только в средних, то теперь и в основных общеобразовательных школах. Появилось очень много молодых команд, которые могут соперничать с командами-финалистами, такими как школа села Куяново и Новокабаново. Сильные команды из школы села Новокаинлык, Никола Березовка, а это значит, что стало больше борьбы, спортивного соперничества и азарта у игроков и болельщиков. Игроками, достойными называться лучшими, стали Артур Хафизов, Ильнар Башаров и Гузель Маснабиева. В итоге борьбы первое место среди юношеских сборных заняла школа села Новокабаново, второе место команда села Новокаинлык, третье место досталось спортсменам из Никола Березовки. Призовые места среди девушек распределились следующим образом. Первое место досталось сборной Куянова, второе место – Никола Березовки, третье место – у прекрасной половины Новокабановской школы.